Lokomotiv is a really good opponent. I'm really happy that we showed that for this game better than them, and I think that we won like 2-0 is a really nice result. В раздевалке все было хорошо. Нам сказали наставление на второй тайм. Мы их поняли, учли и вышли уже совсем с другой игрой. Видимо, это женская психология, что на нас нужно вот так вот. Это дерби, и поэтому настрой всегда такой, что искры летят. Поэтому очень рады, что выиграли. Давно не выиграли, на самом деле, очень давно. И очень приятно, что уже удействуются чемпионы. Хочу болельщикам нашим 12-му игроку посвятить эту победу, потому что они ее давно ждали, и я надеюсь, что они все-таки смотрели, и они все-таки к нам вернутся. Не думали о том, как будут играть другие команды. Наша задача была выиграть все игры, которые у нас есть. Собственно, получилось, что мы вообще все выиграли, а «Зенит» ошибся. I joined the club. My mindset is to win every game with CSKA. I'm really happy that we reached the second spot. We are not for third spot. Can wait next season. We know what is our goal next season, so we want to work every game like this game. Марина Искренне. Мы предполагаем, там располагает, поэтому он, видимо, расположил так. Хорошо для нас, конечно, что «Зенит» 4 тура так неудачно сыграл. Удалось отыграть не то, что 7 в 11, уйти даже, наверное, сейчас побольше, не знаю, как они сыграли. Очень рады. Очень рады.